Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим. Юбилейный, можно сказать, 50-й псалом, треть дороги мы с вами прошли. 50-й псалом достаточно известный, но комментариев на него немного. В первую очередь все говорят о том, что он связан с охраной имущества от воров. Да? Именно 18-й перек этого вот псалма особенно к этому относится. Написано, что если человек опасается, что у него что-то украдут, или уже украли, он хочет найти похищенное, или он пытается, так сказать, ну, чувствует, что вот видит, что готовится ущерб, да? Читается этот псалом, и он помогает, именно написано, спасти имущество от воров, или найти его, если ты хочешь найти, тоже читаешь этот псалом и просишь небо подсказать тебе, кто и что. В опасное время вообще такое, когда опасаются ущерба, краж и так далее, его обязательно читаешь. Кроме того, если ты опасаешься, что может быть готовится кража, что ты считаешь, что там или работники, или кто-то хотят что-то, то же самое читают этот псалом. Вообще написано, при любой опасности очень полезный псалом. Кроме того, есть написано, что этот псалом — это защита от негативных духовных воздействий, что тоже надо запомнить. Если ты чувствуешь, что-то вот как-то духовно на тебя влияет, надо этим пользоваться. Что еще написано? Чтобы спастись от врагов, написано, произносят это же свойство вот псалма 50-го, в минуту опасности произносят его, и он работает. И, наконец, есть совсем необычная вещь, есть такое понятие тикуна кешер. Это бывает, что когда на свадьбе жениха и невесты есть, ну, как бы по-нашему сглаз такой, черный сглаз, когда недоброжелатели делают так, что молодые люди не смогли обрести половинки, и муж не может вести нормальную совместную жизнь с женой. Такое бывает, это описывается в наших книгах, и даже Хаим Виталь, это знаменитый, когда он написал свою жизнь, он сказал, что ему сделали это, и он в течение 9 месяцев не мог вести нормальную семейную жизнь, пока ему не помог великий цадик. Кстати, тот, кто делает так, это огромный грех берет на себя. Это... Так вот, тикун, исправление вот этого вот, именно учат Мекубалим, что именно вот псалом, третий перек этого псалма 50-го образует именно ангела, которого произносить нельзя, но который при чтении этого псалма помогает избавиться от этой проблемы. Это там, где огонь пожирающий там впереди и так далее. Имя этого ангела, еще пишут, если это совсем сложная ситуация, нужно, чтобы Софер написал его на кошерном клафе, таком, ну, кусочек кожаного пергамента, а затем дать носить человеку, который пострадал от этого. Ну, вот, пожалуй, все. Защита от духовных негативных воздействий я говорил. Ну, все, идем к следующим полста. Спасибо, удачи, браха, вацлаха. Thank you.